Я занимаюсь спортом самбо почти 7 лет. Выиграла Дальневосточный федеральный округ для самообороны, чтобы уметь защититься на улице, допустим, какой-нибудь дяденька подойдет. Какой прием применяешь? Я переворот в сторону. Сегодня мы проводим тренировку на улице, чтобы дети и родители поняли, что надо заниматься спортом с детства. Ну, я как бы занимаюсь с детства, с 5 лет занимался самбо. Мне просто это нравится. Я уже достиг, можно сказать, многого. Уже выиграл 2 первенство России, первенство Европы. Вот готовлюсь сейчас на первенство мира в октябре скоро. Нравится. Чем нравится? Ну, что можно, если к тебе будет кто-нибудь приставать, можно защищать себя и свою семью, ну, друг друга. Как ты думаешь, ты мог бы дзюдо заниматься? Ну, наверное, да. На тебе!